пожалуй, самый популярный напиток у наших туристов, это, конечно же, ром-кола. Вот он, эликсир молодости, по крайней мере, в отдельно взятом Египте. Вот такая бутылочка, потом превращается в много-много разных красивых стаканчиков, коктейльчиков и так далее. Ну и вот наш Ахмед, большой затейник, наш бармен. Смотрите, какую композицию стаканов он каждый день, я обращаю внимание, подчеркиваю, каждый день сооружает. Так что добро пожаловать в отель Laguna Vista Garden в Шарм-эль-Шейхе. И все это счастье вы сможете лицезреть, видеть своими глазами. Ну и, конечно же, испробовать замечательный коктейльчик под кодовым названием «Ром-кола», любимый многими поколениями российских туристов.